Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. У нас сегодня воскресенье, а я нахожусь в Лиге Сёгунов. Так, друзья мои, это непорядок. Это огромный непорядок. Я думал, что я успею, но понимаешь, дело в чем? Дело в том, что я, ну, мало того, что я день с ночью попутал, да? Я теперь как ночной воин сижу по ночам, а днем сплю. Как ни странно. И если честно, когда ночью просыпаешься, совсем неохота ничего делать. Вообще ничего неохота делать, ребят. Смотришь телевизор. Поэтому у меня сейчас видосики сократились на канале. Я думаю, что ты, наверное, заметил. Вот. Во-вторых, подсел сейчас, пока на башенке сижу, играю Kingdom Rush и тому подобные игры. Вот. И здесь пока на этом канале играем. Играю я чаще, наверное, Yarn Today Rogue. Вот. Все, никак, ребят, не могу собраться начать снимать. Как вы мне уже все уши прожужжали игрой по поводу сват против зомби. Я прекрасно видел, что там есть у нас новые дополнительные уровни, друзья мои. Но вы не забывайте, что я до сих пор еще не прошел больничку. А ехать там куда-то идти, точнее в метро или в банк, как там называется уровень, я уж точно не помню. Меня туда не пустят, пока я не пройду. Вот, но надеюсь, надеюсь. Я даже ничего обещать вам не буду, потому что уже все, что обещаю, все это не делается. Но в ближайшее время, ребят, попробую я, конечно же, туда зайти. Также надо будет вернуться, попытаться заставить, наверное, себя вернуться в игру по Hill Climb Racing. Кстати, ребят, недавно хотел ее запустить, а она у меня вообще не запускается. Почему-то черный экран ничего не выдает. Ни ошибку. Я уже и обновил. Просто черный экран при запуске. Что с этим сделать, я не знаю. Также еще Brawl Stars нужно. Ну, в общем, дофига чего нужно, ребята, но у меня также очень много времени уходит на мой второй канал, где мы там играем в игры на ПК. Вот. Почему-то так странно происходит. Когда ты работаешь, да, у тебя как-то больше, я не знаю, оптимизма прийти и снять видосик. Когда ты в отпуске, ну, просто полный расслабон, ребята. Ну, вот никак не могу себя заставить. Если я даже во что-то играю, то я играю уже не на запись, а просто для себя. За кадром, так сказать. Мне как-то так комфортно. Не надо ничего озвучивать, все свои мысли ты держишь при себе, и как-то получается намного лучше, чем когда ты это на съемках. Не получилось у меня, ребята, недавно хороший был выпуск, почти двухчасовой по растениям против зомби. Самое удивительное, что я поставил на запись, я все смотрел, у меня два монитора, я все контролирую, но когда я начал его редактировать, этот видосик, оказалось, что записалось почему-то только самое начало, где-то минут, наверное, 15, а потом оборвалось. И я не знаю, почему ОБС-ка в последнее время вырубается сама. С чем это связано, я не могу вам объяснить, друзья мои. По идее, если критическая ошибка происходит на ОБС-ке, у тебя видос не записывается вообще. То есть там получается как? Файл будет типа поврежден, но это если при ошибке. Если же я специально, ну, целенаправленно нажму на остановить запись, тогда будет видосик, ну, сохранен. А тут, видишь, я не нажимал остановку записи, и в то же время видос сохранился, но только первые 15 минут из 2 часов. Естественно, я его выкладывать не стал, потому что там, кстати, был прикол в том, что мы открывали пак. У меня было 1000 рун, ну, рубинов. И мы открывали пак. Мне выпало, ребята, 4 легендарки. 2 одинаковые и 2 разные. Плюс еще у нас автоматически собралась колода. Вот. Обидно, конечно, обидно. Но я тебе скажу, что у меня там уже опять, ребята, на подходе еще 1000 самоцветов. Поэтому я надеюсь, что следующий видосик, уж не знаю, как он будет в роли стрима или так обычно за кадром снят. Ну, как за кадром, я имею в виду на запись. Мы обязательно будем открывать с тобой этот пак. Я уже все проверю, подготовлюсь и будем открывать. Будем открывать и играть. Это будет точно. Так что в ближайшие, как говорится, наработки уже есть. На ближайшее время. Плюс
Тут, правда, ребята, опять скоро 23 число, 23 мая. Все прекрасно понимают, что у меня в этот день рождения. И как бы опять я пропаду, наверное. Наверное, я не буду говорить точно, но, скорее всего, на пару деньков у меня это выбит из колеи. Вот. Так, ну что, ребята, нам нужно сегодня, ну, в Лигу Мастеров две звезды добраться однозначно. Как говорится, кровь из носу. Потому что, ну, воскресенье сегодня, я опять его просплю, потому что я 100% поиграю где-то до часов 8 утра. Потом меня опять вырубит. И я уже очнусь в понедельник. Вот, а в понедельник, ты сам прекрасно знаешь, у нас уже будет буст. И мне нужно будет, ребята, обязательно быть в Лиге Мастеров 3 звезды. Мы же с тобой все-таки идем за платиновыми осколками. Зачем мы эту арену с тобой постоянно фармим? Только ради осколков. Так бы она мне нафиг не нужна была бы. Так что надо стараться, надо пытаться. Проблема в том, что еще баксов очень мало у меня там накоплено, чтобы что-то здесь какого-то лешего мутить. Так что как-то попытаемся. Насчет, подписчик писал насчет Bet2Bet Апокалипсис. Да, ребята, будет в ближайшее время. Наверное, вместе в связке пойдет она у меня с Yearn Today, с Роги. Потому что что-то есть, ребята, между ними какое-то сходство. Может быть, я не знаю, мультипликация. Может быть, то, что их объединяет Апокалипсис. Я уж не знаю. Но обязательно будет. Я уже сам соскучился, надо будет поиграть. Так что планы, как говорится, есть. Только как это все распределить, как это все успеть сделать. Вот, наверное, это... Так, подожди, у нас 75 уровень. У нас уже 75 уровень, йоу. Я же прекрасно понимаю, что кожеголовый один не справится здесь. Давай попробуем. И плечо, друзья мои, мое чертово плечо. Сегодня встал, точнее даже не то, что встал. Перед тем, как уснуть, оно начало побаливать. Когда я проснулся, оно ужасно дико болит. Я ничего не таскал. Я ничего тяжелого не передвигал. Боль адская, просто не могу руку выше плеча поднять не могу. Начинается резкая боль. Плечо все трещит, хрустит. Ужас, короче, ребят. Не знаю, если еще за пару дней не пройдет, мне придется, наверное, идти на больняк. На больничный. Потому что так невозможно с этой болью. И сидеть на обезболивающих — это не мой вариант. В общем, посмотрим. Так, у меня заканчиваются высокоуровневые бойцы. А у нас там еще, ё-моё, 72-е, 75-е. Кстати, там, по-моему, майки, да? И, насколько я понимаю... Ага, нет, все нормально. Так, ну здесь нам надо вырубить в первую очередь, друзья мои, морозильную кошку. Кстати, я хочу, знаешь, в какую игру вернуться? Помните, все, наверное, на своем втором канале мы снимали игру про бомжа, у которого корпорация похитила мозг, и дружка его превратила в тележку. И вот эти два бомжа там давным-давно на нее вышло. То есть она вышла в релиз, то есть с полной доработкой, потому что мы с тобой заканчивали как? Нас голубь потащил куда-то. Куда-то он нас потащил, видимо, на новый континент, потому что с мусорной компанией мы разобрались, которая там все это мухлевала. Вот. Единственное, что я не знаю, ребята, начинать мне ее с самого начала. Ну, с первой серии, ну, как бы с самого-самого начала, потому что сейвы там не сохранились. После релиза, когда она вышла, все мои сейвы, которые были до этого, их, ну, видимо, игра потерла. Вот. Или же мне за кадром поиграть до того момента, до самого последнего. Я тебе скажу, долго мне придется, конечно, это делать. Наверное, может быть, с неделю. Это если... Так, размеренно играть. Если в ускоренном темпе, можно, наверное, и за... Дня 3-4, не делая основных квестов там. Там, помнишь, наверное, попрошайка, он там ходит, попрошает, там, может, намочиться на кого-нибудь. Такая пошловатая игра, но прикольная. В свое же время можно отметить вот этот черный юмор. Так что вы пишите, она называется Бомж-симулятор.
Бум-симулятор. Вот так она точно называется. Ну, я ее называю бомж-симулятор. Черканите мне в комментах, если кто из олдов, он прекрасно понимает, о чем я говорю. Вот, мне просто... Мне бы хотелось бы ее допройти. Просто-напросто. Но я просто как вспомню этот последний поединок на крыше. Ё-моё. С этими торнадами и тому подобное. Там же авария, типа, да? Мы проникли на частную собственность. Сирена и тому подобное. И там начинается просто лютый разбор полетов. На нас бегут все эти охранники. А ульты у нас, как всегда, не хватает. И нас там... Меня там прессовали очень долго. Но, тем не менее, я прошел. А, мы против крыс. Против крыс мы воевали. Все, я вспомнил. Корпорация крыс там была. Ну, люди-крысы, так скажем. То есть, ну, сплинтеры. Обезбашенные. Так что надо вот будет либо поиграть в нее, либо вообще уже просто забивать. Но у меня почему-то желание. Или я просто втихаря уже сам ее допройду. Просто я как бы спрашиваю у вас мнение. Если хотите, я тогда начну ее с самого начала. И будем ее проходить. Но это уже после того, как мы пройдем Kingdom Rush полностью. И что у нас там еще? Kingdom Rush. У нас там еще один Kingdom Rush идет. Нам еще надо допройти Шелковый путь. Хочешь этого или не хочешь, надо его допройти. Вот. И мне нужно две игры, ребята, в обязательном порядке допройти. Это первое, это... Помнишь это с крысами-то? Мальчик с девочкой с крысами, они там... Не помню как, Реквием. Блин. Там, дальше не помню продолжение. А вторую, которую нужно пройти, это Банишерс. Потому что они у меня висят мертвым грузом. Уже давно не играл, надо их добить все-таки. А то у нас не два, не полтора получается. Они зависли там где-то посередине. То есть и начало уже, как говорится, давно пройденное. И до концовки не допрошли. Так что надо ее добить. Вот. Но опять же, ребята, планы грандиозные. И не то, чтобы я бы не сказал, что времени мало. Лень. Просто элементарная лень. В отпуске я, знаешь, как вот... Вообще, в отпуске, ребята, я обычно куда-нибудь уезжаю отдыхать. Для чего он, в принципе, и нужен. То есть в этом году у меня отпуск проходит здесь. И вот эта вот апатия, которая, знаешь, вроде бы и ты отдыхаешь, но ты не сменил обстановку. Ты не сменил обстановку, ты все время в этом котле варишься, в этой... В своем городке, блин, который уже, ну, просто-напросто... Ну, вот хочется человеку сменить обстановку. И не то, что хочется, ему даже надо. Можно было бы, конечно, съездить к матери в отпуск. Она уже там, я так понимаю, по-моему, с внуками. Может быть, одна. Вот, в Псковскую область. Но не знаю. Я просто прекрасно понимаю, что... Там мне придется пахать. Там все-таки село... Там все-таки огороды. Там все-таки нужно, как ни крути, что-то доделать. А у меня, ну, вообще никакого желания нету что-то там делать. Тем более с моим плечом, с моими плечами, точнее. Все, развалю себе нафиг. И все это плохо закончится. А так-то, конечно, надо ехать помогать. Вот, все, выговорился вроде бы, душу отвел. Как говорится, отчитался перед вами. Сейчас, ребята, у нас уже, в принципе, скоро закончится здесь арена. Прокачиваем с тобой в дальнейшем Донателло видение. Поднимаем ему, наверное, уровень, может быть, даже два уровня. Прокачиваем его скиллы. Идем с тобой, зарабатываем эксперт снаряжения. Ну и, в принципе, все. Но сегодня, ребята, еще в Дракон всадники Волха должно, по-моему, уже открыться событие. Да, тоже интересный момент, ребята, что Дракон Всадники Олуха тоже не записалась. Была серия, должна была быть серия, и она не записалась. Короче, меня ОБС почему-то в последнее время очень сильно раздражает. Не знаю, в чем проблема. Почему вылеты происходят, причем крэшится, там прям крэш ОБС, дальше еще как-то слово. С чем связано это, без понятия. Поэтому мне приходится, ребят, постоянно контролировать второй монитор и смотреть, идет ли там запись или нет. Хотя я привык комфортно смотреть в один, как говорится, да? А быть увлеченным сюжетом.
Да, время 2.16, 2 часа ночи 16 минут. И я сижу, вон, дрынкаю. Голос полусонный, потому что я встал где-то час назад всего лишь. Еще, как говорится, не клемался, только вон кофе попил. Сижу, дрынкаю. Так, и до Лиги Мастеров нам остается, ну, совсем немножечко, ребят. Совсем капельку, но я не получу сегодня. Меня не выйдет. У меня не получится перейти. Да и откаты, как ты видишь, уже почти закончились. И откаты закончились, и закончились персонажи. Так что, видимо, это последний поединок Оленовский на сегодня. Что-то еще, ребята, зашмыгал, задохал. Не знаю, тут сидел, как-то было у нас тут жарко. Меня удивляет, знаешь, май месяц, отопление не выключено. Сидишь, как в парилке. Открываешь окно, свежий легкий ветерок, и в этот момент тебя просто-напросто продувает. То есть ты простываешь на ровном, друзья мои, месте. Особенно, когда с душа выходишь, весь такой распаренный, хороший, тебе душно, жарко. Открываешь окно и такой ловишь приятный ветерок. На самом деле он нифига не приятный, он тебя просто-напросто может продуть. Так что с этим делом надо, конечно, поаккуратнее. Ладно, давай заберем здесь награду. И пойдем-ка мы, наверное, с тобой пройдем еще и серию испытаний. У нас, хотел сказать, заканчивается круг. Нифига, ребят, не заканчивается, он только, наоборот, начинается. Давай-ка я возьму здесь хила в виде Леонардо. Потому что у нас какие-то ребята здесь полупокоцанные. Надо им восстановить здоровье. Вначале сделаем так. Так, теперь Хана. Да ну ты серьезно, что ли? По поводу, кто пишет, ребята, где видосы по Marvel Strike Force, по Marvel Snap и что-то там еще, не помню. По Marvel Strike Force пока снимать нечего, ребята, новых персонажей у меня нету, событий пока хороших нету, поэтому я пока играю за кадром, набираю элементы, в общем, всю фигню. Коплю, немножко прокачиваю, конечно, некоторых персонажей, но, опять же, проблема вся в том, что огромная нехватка денег там идет. Вроде бы элементы есть, все, но деньги катастрофически... Денег катастрофически не хватает, чтобы поднять по уровню. Поэтому пока вот серия не выходит. По Marvel Snap недавно заходил, играл, но запись не делал. Короче, я играл за кадром. Довольно успешно, довольно прикольно, но чисто для себя поиграл. И опять же, ничего нового не делал, ребята, играл старыми колодами, причем очень даже успешно получилось у меня. То есть я остался довольным. Так, ну что, давай мы пойдем с тобой в компанию, ищем Донателло Видение. Нам нужно его... Да, только один уровень поднимем, к сожалению. Ладно. Так, здесь нам надо... 5 книжек. Да-да-да. А как эта книжка называется? Аптуракукум Сомниорум. Прям какая-то, знаешь, как чуть ли не зловещая книга звучит, ё-моё. Так, мы с тобой сколько нашли? 2? Подожди, мы 2 нашли, а нам нужно... А нам нужно еще 2. Угу. Так, 1, 2. Все, с книгами покончено. Оп. До 6-й ступени. Так, у нас остается 2 лишь, ребята. Так, 10 ножей для пиццы. 1 нож есть. 2 надыбали. 3, 4, 5 нож, 6, 7, 8, 9 и последний. Дайте ножичек последний. 10. 10 ножей, ребят, нашли для пиццы. Так, 10 ножей для пиццы нашли. И, ё-моё, 12 кружек. Но у меня, само собой, не хватит пиццы. Вот, последняя попытка.
пицца закончилась, и теперь обязательно, ребят, нужно идти на эксперт снаряжение шмотками. Так, боевка, испытание. Поехали. Так, 4 доллара. Фонарик. Осколки. Жетоны. Комикс. Есть. Друзья мои, не зря, не зря. Но как у нас с тобой тает на глазах телепорты, это прям ужас. 4 телепорта за одну катку. Все. Сыр у меня, друзья, тоже закончился. А это говорит о том, что больше нам здесь делать нечего. Абсолютно. Мутагена мало, зато у нас этих сюрикенов хоть одним местом жуй. Ванька разыгрывается. Так, ну, друзья мои, нормально. Ранг 24, я думаю, к следующему дню мы с тобой скатимся, может, на ранг 12. Надо все-таки заранее сразу купить. Сколько, сколько? Нет. Блин, а здесь не хватает. Ё-моё. Блин, таким темпом я могу не успеть, если честно. Ладно, я думаю, все-таки накопим. Может быть, проснусь пораньше. Пройду и в понедельник еще до отката тоже попробую пройти. Но нам надо, ребята, в любом случае иметь Лигу Мастеров 3 звезды. Ну, а на сегодня я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.